все готово к отправке. Очередная партия гуманитарной помощи из Барнаула на Донбасс. Груз сформировали вместе с предпринимателями согласно заявкам, которые поступают в администрацию города. В машине 20 тонн продовольствия. Для удобства крупы расфасованы в пачке по 800 граммов. По словам главы Барнаула, местные предприниматели всегда активно помогают формировать гуманитарный груз в зону СВО. Заявки поступают, они поступают в штаб, мы их рассматриваем. Этот вопрос находится на отдельном внимании у нашего губернатора Виктора Петровича Томенко. Такие конвои мы отгружаем уже около года. В целом, если говорить именно по большим таким отгрузкам, большим машинам, это уже 120 тонн. Из них половина или 60 тонн отгрузила «Молочная сказка», наш комбинат. Все здесь задействованы, и администрация города, и волонтерское движение. Это наш третий груз во время специальной военной операции. Груз собран совместно с администрацией города. Огромное им за это спасибо. Груз собран Барнаульским молочным комбинатом и Шонином Дарьей Викторовичем. Предприниматели всегда отзывчивы. Относятся к этому формированию гуманитарного груза. Помогают также транспортные компании. Хочется выразить мне слова благодарности всем жителям города, которые неравнодушны, а также нашим всем предпринимателям города. Добавим, что очередная партия гуманитарного груза от жителей и предпринимателей Алтайского края уже совсем скоро будет доставлена в Донецк. Ирина Корчагина, «День с толком».